Семга горячего копчения готова. Аромат стоит просто бомбезный на всю кухню. Сейчас буду кушать. Время приготовления, ну, где-то занимает 1 час. Недолго, быстро и вкусно. После копчения, конечно, желательно дать рыбе отдохнуть, чтобы все ароматы в ней распределились. Также я еще люблю такую рыбу холодную после копчения, чтобы она постояла в холодильнике. Коптил на простейшей домашней коптильне. Щепа ольховая. Аромат сказочный. Много разной рыбы коптил, но вот семга, она очень жирная и получается просто нереально вкусная. Всем, друзья, приятного аппетита!